Неутомимо несут свою вахту в воздухе морские разведчики. Летчики-североморцы оберегают от вражеских подлодок и мин наши коммуникации в Баренцевом море. Штурман старший лейтенант Кривошей. Справа по курсу подлодка врага. Лодка пытается погрузиться. Поздно. Морской разведчик сбрасывает противолодочные бомбы. Стрелок-радист передает сообщение на базу катеров. В квадрате 47-14 атакуем лодку противника. К месту, где атакована немецкая подводная лодка, спешат катера морские охотники. Масляные пятна на воде, ряд других вещественных доказательств, свидетельство успешной атаки летчиков. Еще одна потопленная подводная лодка записана сегодня на счет боевого экипажа старшего лейтенанта Галдина.